Всем привет, дамы и господа, с вами Надя Фил, и мы сегодня с вами будем играть в игрушку Deadfall Adventure. Ну что ж, мои дорогие друзья, погнали к просмотру! Ну что, мои дорогие друзья, продолжим с вами прохождение нашей чудо-игрушки Deadfall. Так, в прошлый раз мы с вами забрали здесь сокровища, но, видать, значит, точка сохранения была вон там у нас. Хотя, с другой стороны... Ну что ж, всем привет, мои дорогие друзья! Нахрен я это говорю? Так, ребята, продолжаем наше прохождение Deadfall'а. Погнали! Так, ну здесь сейчас подстава будет какая-нибудь, полюбас. Сохранение контента. У нас тут контент сохранили. Там не шугай меня, понятно. Подруга друга. Чу-чу. Чё нашла? Дай посмотрю. Чё такое там? Чё есть? Нет, ничего. Окей. Let's go. Ой-о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 й. Беги. Прячься куда-нибудь. Again, in English, please. Is it your right or mine? My right, and I left across the circle. Ага, там тормознул что-то у тебя. Ладно, мать, ты давай это. Посиди, короче, не дуркуй. Мы разберемся. Так. О, что мы можем улучшить? Посмотрим сейчас. Больше сокровищ еще одну надо открыть. Ваши эффективные бои против пораженной тьмы. Хорошо. Так. Перезарядка, перезарядка. Стрельба, перезарядка, стрельба, перезарядка. Ну, давайте перезарядку. Чтобы мы могли как на Диком Западе клинысты со всех стволов шмалять. Выносливость, здоровье. Давайте выносливость качаем. Не могу открыть. Ну ладно. Да. Это мы дело сохраняем. Again, in English, please. Is it your right or mine? My right and I. My left. От меня справа глаз, слева крест. Ага. Ладно. Так. Глаз. Крест. О. Ба. Ну ладно, бывает. Так. Здесь у нас чё-ось. Здесь у нас ничего нету. Контент. Чё, плюшки есть какие для нас? Ребят. Где? Покажите мне. Все вазы переломаю. Жесткий тип. Жесткий. Фрагмент головоломка. Угу. Ну, видать, тут больше у нас нет ничего. Ладно, продолжаем.
Давай, давай, кружочек, гори. Опа. Сокровища. Сила света, набор связанных умений. Оп. Забираем. Чё у нас тут больше? О, еще берем. Тут нету. Здесь есть. Тут мы забрали сокровища. Окей. Идем вставлять далее. Так, тебе сюда. Тебе сюда. Давай, давай, крутись. А тебе сюда. Контента. Так. Right. What now? No time for sightseeing. Ай-яй-яй. О! Ну, как обычно. Well, that was fun. We have to move. Get ready. Wir brauchen echt dringend Nachschub. Sagst du das? Ich kann meine Waffe kaum noch heben. Нормально. Пошла жара. Ема, вот это пулик. Вот это понимаю. Шатает за здрасте. Отдыхай, давай, вышел. Ты там что? Ты еще не откис, что ли? Вот это понимаю. Пулемет так пулемет. Ух! Вещь! Да, я с ним долго не пробегаю, конечно, с этим пуликом. А там что у нас? Здесь закрыто. Тут спуск. Вот эти. Кар. О. Сокровища. Золотые сокровища. Угу. Так. Это уже внизу бегает подруга. Пистолеты.
пистолеты. Гранат, вагон. Ну, ок. Раз вы тут ничего не хотите предоставить, значит, тогда нам в ту комнату бежать. Хотя тоже такие места, чтоб не запрыгнул. Ты обратно вдруг заднюю включишь. Слезла? Слезла. Что нам тут хотят сказать? На три плиты надо наступить. Ага. Let's get dangerous. Ты да шлепнул ты по мне. Там первая плита, это вторая плита. Ага. Хорошо, подождем. Так. Угу. А, мы там могли обойти. Что у нас тут вообще внизу-то есть? У-у-у. Прикольно. Динамита мы поднимали? Поднимали, ой. Тогда надо отойти. Давай, бах. Иди сюда. Что у нас тут еще есть такое похоже? Так. Она нажала? Значит, я тут нажму. Угу. Ну. О. Вон оно как. Прикольно. Let's go. Ladies first. You're kidding, aren't you? It's called chivalry, I've been told. You have a lot to learn about chivalry, Quark. Все тут перешатаю. Поехали! Не хотят туда пускать. Окей. Так. Чё тут?
Glaubst du, dieses Artefakt hat wirklich magische Kräfte? Ach komm, Schwachsinn. Ich weiß nicht. Что мы можем прокачать, кстати? О! Скорость перезарядки фонарика у нас будет лучше. Здесь нам не хватает. Окей. Так. Эту кнопку можно нажать. Таямба! Ребзи! Чё вы тут трётесь, эй? Кто такой? Кто... Чих будешь? Чё стреляешь? Не стреляй. Я свой. Мать, а ты где бегаешь? Бегать там чё-то суету какую-то наводит. Пойдём наверх сгоняем к этому. Посмотрим, чё он там. Патрики заберем. И чё тут? Ничего у него нету. Окей. Так, ворота открылись. Угу. А, мы в другом месте. О, ух ты! Quartermain, are you hurt? We should be safe now. Верблюдики! Как у вас дела? Пам-пам-пам-парам-парам-пам-пам. Тут есть что-нибудь? Может, скрытые какие-нибудь секреты есть? Тут место такое. Чё хочешь, сюда можно засунуть. Так. Сокровище. Путь воина. 5 из 5. Шикарно. Точно, у нас же еще компас есть, который нам может указывать всякие плюшки. Тут у нас что? Тут тоже пошмалять можно. Жалко, погладить нельзя. Не дают запрыгнуть. Ладно. Воу-воу, чуть не сгорел. Можно подняться. Куда меня не пускали. Хе-хе, а я обошел. Вот так вот вам. Вот, а меня пускать... А-а-а, можно было с другой стороны обойти. Ну, тоже нормально. Нормально. Ладно. Ух ты, что это такое? И чё? Глаз. Хм. Так.
что это нам дает? Нет, это так не работает. Ух ты, вон оно чё! Так, то есть у нас это загорело. Значит, вот это. О, вот это да! О! Сокровище. Путь света. 4 из 4. Шикарно. Шикарно. А еще есть что-нибудь похожее? Побродить еще, походить, посмотреть. Сейчас подойду, подожди. А то стоит меня там, ждет делах. А я бегаю тут. Я же Quatermain. Я могу все смотреть, все искать. Так, что тут? Ну давай, что ли. Не, с выносливостью у нас что-то будет делать. Ить. Не пускают. Жулики. Ну ладно. Погнали к ней-то. Ready to continue our little adventure? Hey, someone's gotta stop you getting yourself killed. Ух ты, прочь из песков, достижение получено. Шикарно. Magic artifacts, ancient curses, rampaging mummies. Suddenly my great-granddad's stories didn't seem all that crazy. The true curse, however, was my own curiosity. My hunting instincts had been awakened, just like those rotting corpses. Now the hunt was on. It's a map. It shows the position of a Sirius and the stars around it. But tens of thousands of years ago. Так, и чё ты хочешь мне сказать, дружок? About that. What exactly is this heart doohickey, and how many pieces are there? We don't know. All we know is it was created by an ancient people, long before any known human civilization. A people so advanced, they might be the basis of all our legends about gods and mythical places. In particular, the island of Atlantis. Oh, каков созвездие! Ever so slightly. But this configuration, it can only be observed from one place, the Arctic. That is where you'll find the next fragment of the heart. And it's where the Nazis are headed. You even want to think about what the Nazis could do with such power if they managed to reassemble it. The mummies in Egypt were just a foretaste of what's to come. The most unbelievable part of all this so far is how you got Uncle Sam to pay for this whole crazy agency of yours. Ever heard of the Panama Canal? It only exists thanks to Professor Jacob's genius. Financing this agency was the least they could do in return. And are all the other agents pain in the ass bookworms like you? Better dress warmly, Mr. Quatermain. Ох, кака, одевайте теплее, да я разберусь. Visibility's nil. I have to take us down or we'll crash. We'll walk the rest of the way. Walk? We don't have time for that. We have to listen. No, for once, you listen. Not me, the radio. Sounds like an agency distress call. Could be Hagen. Hard to tell. Too much interference. Okay, time to do this my way. Thank you.
I'll go and check it out. See if I can find Hagen. Are you crazy? We have clear orders. Yeah, and I'm a real follow orders kind of guy. Hagen saved your well-shaped ass in Egypt, remember? We owe him. Time to improvise. You stay here, analyze that star map. I'll be back as soon as I find the source of that distress signal. All right. You had me at well-shaped. Начинается прям. А можно залезу я? Я хочу залезть. Не разрешают. Ну, начинаем лутаться. Так, сокровища. Шикарно. А как тебя взять теперь? Угу, провод, электричество. Гена, красная стрелка. О, вот это вообще огонь. У-у-у, какая. Куда он, интересно, все складывает? Путь воина, одна из двух. Окей. Так. И чё? Ух ты! Вот это! Ой, её тоже можно взорвать! Ой-ой-ой! Ё-моё! Вот это я накуролесил! Прикольно! О, вот это да. Светоносный, охренеть, это ачивочки. Так. А тут что? Надеюсь, нигде я тут не откисну. Кирдык парню. И ничего у него взять тут нету. Не дать, не взять. Ё-моё. Окей. Продолжаем наше прохождение. Что у нас тут? Колючка, колючка. О, проход. The source of the signal, but no Hagen. Но подальше от таких держаться красных бочек. Не к добру это, не к добру. Прикольно, гранат просто висели. Let's see if I can disarm this baby. Ты смотри-ка, чё прям тут. Понавтыкали. Так, растяжки, трупы. У-у-у.
Плохо парню было. Как листок бумаги, как будто у него лицо сложили. Карта. О, так, один... Ёшкин кот. Ну, погнали. Не пускает. О, можно и так. Так сказать, без шума, чтобы было. А, это я обошел. Ё-моё. Вот это вот мастер. Мастер. Мастерски сделал. Мастерски обошел и все. Как он ее обезвредил, непонятно. Тысяча гранат. Definitely shouldn't try adding that one to my collection. Надо аж бахнуть их. Бабахнуло на здраво прям. Оружки сменить? Не, я хочу с крутым пистолетом Quatermain ходить. Hagen, where are your Gestapo buddies? That's Dr. Hagen, please. So viel Zeit muss sein. How fortunate that you heard my signal. I had to escape. Stein was getting suspicious. He will send his dogs as soon as he notices I'm gone. I knew you would be able to follow the star map. Good work, Mr. Quatermain. I might have had some help with that map, Doc. What is this place, anyway? No time to explain now, Mr. Quatermain. They have the first fragment of the heart in a submarine at the main base. We have to hurry and get it. Hände hoch, Dr. Hagen! That is unfortunate. Ich bin der wissenschaftliche Leiter dieser Expedition. Nehmen Sie sofort Ihre Waffen runter. Das ist ein Befehl. You heard the man. Nehmen Sie Ihre Waffen runter. What did I just say? Put down your waffles. I thought I told you to stay in the plane. I improvised. Подруга. Besides, if it wasn't for me, you'd be making permanent snow angels by now. I'll take that as a thank you. All right, Doctor, what's next? Follow me. Stein has the first half, but I doubt he will ship it to Berlin. Ну давай, веди нас. А, тут война ща будет. О! Ну-ка, выгляни. Ты там... Эх! Интересно, я увальнул. Па-па-па-па-пам! Так. Открывай, давай. There's an artifact kept in a cave a few miles from here. Stein has sent his men to recover it. But I doubt they can get past the traps waiting there. More traps and more artifacts? Great. All right, let's move on. Ну давайте. Побежали за ними. Есть в поле какие-нибудь секреты?
Anyone got a raft? Nope. Then we'll have to find a way around. Maybe not. Ух ты, панзер. Короче, РПГ немецкий. Шикарно. О, динамитыч. Пара-пара-па-пара-парам-пам. И чё тут? Так, стрелка указывает. А, во, красным. Понял. Ага. Древний инженер. Получен достижение. О, путь света, 2 из 2, шикарно. Что делать-то? Типа и надо найти путь. Ну, а как мы его будем искать? Скажи что-нибудь, отец, мать. Молчат. Hello, beautiful. You look like you could open some doors for us. Or drop a bridge right where we need. Так, мост Денина, ну смотри, вон там камни. Куда ты показываешь? Туда ж? О! Пофиг, горит красным, стреляем, значит. Выш поднимем. Explosives. Is there anything they can't do? Шикарно. Ребята, меня подождите. The cave is just down the next path. I think we found another rock for you to blow up. Hagen and I will go down there. You try to create some distraction. The rockfall kind of distraction? Exactly. Then get the sniper rifle and cover our descent. Orders received, Agent Bookworm. James. Jen. Just shut up and shoot. Стрелять, стрелять. Блин, они там уже суету навели. Меткость моя, второе имя. Шмаляют, что-то стоят по мне. Вы что делаете? Демоны. Отдыхай. Отдыхает? Отдыхает. Ты тоже. И чё? Всё? А снайперскую винтовку я хочу себе оставить. Блин. Нет, я себе оставлю её. Буду с ней, короче, гоняться. Сейчас ещё, ребят, боеприпасов подсоберу. Которых они не дают. Томпсон, Кар. Короче, нету ни хрена тут.
The artifact should be in this cave. Behold, Mr. Quarterman. Так. И что хотите сказать? Мне сейчас тут надо проходить эту? Remind me again why it's worth risking my life for? Like the tear of Isis, it will give us access to the second half of the heart. А мы вот ее возьмем и пройдем. Но уже в следующей нашей серии. Ну что ж, мои дорогие друзья, спасибо, что залетали. Спасибо, что посмотрели видос, поставили лайк. Самое главное, не забывайте подписаться на канал. Лайкосики, ваша мотивация для меня прям ух какая. Ну, как-то так. Ну что ж, с вами был Nightfall, мои дорогие друзья. Счастья, здоровья, любви. Всем до скорых встреч. Пока-пока.